Когда мы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас чуточку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас, спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, ну и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и зарядиться позитивом. Хочешь лайфхак от Жанны? Смотри, приходишь в магазин, покупаешь замороженные продукты, и чтобы не платить за воду, ходишь где-то около часа по магазину, продукт оттаивает, сливаешь воду и платишь только за продукт. А вкус вилли ты экономишь время, потому что все замороженные продукты здесь без глазури, и ты платишь только за продукт. Ты сегодня обедала? Нет? Что будешь? Макарошки, плов? Может быть, салатик? Тебя умоляю, здесь все свежее. О, кумыс. Кстати, несколько месяцев по городу бегаю и нигде не могу его найти. А между прочим, он отлично удаляет жажду, голод и очень полезен для желудка. Вот так. А вообще в магазине «Вкус Вилл» ты найдешь любое молоко, и пастеризованное, и цельное, и с лактозой, и без лактозы. Хочешь тебе ежевика, хочешь клубника свежая, малина, голубика, посмотри ее сколько, варенье можно сварить, очищенный кокос, ананас, все ягоды и фрукты для тебя, все свежее, все можно сказать с грядки, чтобы укрепить свой организм во время холодов. Покупая продукты в магазине «Вкус Вилл», ты всегда можешь быть уверен в качестве продуктов. И за этот продукт ты сможешь проголосовать. Ты заходишь в приложение, в раздел «Оценить товар». А если тот или иной товар наберет мало голосов, магазин может сменить поставщика. Представляешь? Ну так вот, все серьезно. Я тебе так скажу, если ты заботишься о своем здоровье, о здоровье своей семьи, тебе обязательно нужно посетить магазин «Вкус Вилл». Хочешь узнать секрет моей красоты? Ну ладно, хватит тебе. Это раньше нам с тобой, чтобы хорошо выглядеть, достаточно было выспаться. А сейчас, моя дорогая, придется потрудиться. Ты когда-нибудь слышала о салоне парикмахерской «Завиток»? А зря. Там весь перечень парикмахерских услуг, косметологических, маникюрных. А самое главное – цены. Цены вообще ни о чем. Видел, какая красота? Вот посмотри, коррекция бровей, окраска хной, окраска волос, плюс стрижка, укладка. И знаешь, сколько все вышло? 1500! Не падай в обморок, это реальные цены. Ну вот ты мне скажи, пожалуйста, сколько ты платишь за коррекцию маникюра? Сколько? А 1500? Забудь, 800 рублей. Как тебе? Посмотри, какой клиент довольный. А знаешь, почему довольный? Потому что мастер-мужчина. Ну, как тебе мои глазки? Как тебе мои реснички? Кстати, в косметологическом кабинете тебе предоставят весь спектр услуг косметолога. А здесь работает специалист с медицинским образованием. Что немаловажно. Процедура чистки лица, пилинг, депиляция, наращивание ресничек, а также микроблендинг. Что-что, ну это вот наподобие татуажа. Ну что такая грустная? Взгрустнулась. А что такая бледная? Надо подзагореть перед Новым годом. Ну что, как тебе? Записалась? На что? На все. Молодец. Салон парикмахерской «Завиток». Я тебе так скажу, моя дорогая, вот как только почувствовала, что начинаешь хандрить, вот прямо на старте, собираешься
и сюда, сразу сюда, в «Молодежный». Я тебе так скажу, в магазине «Молодежный» очень красивая новая коллекция «Осень-зима». Причем здесь ты можешь купить все от пуховиков до домашнего уютного красивого трикотажа. Здесь представлены лучшие российские и белорусские бренды, а значит качество, а также весь размерный ряд, что немаловажно, согласись. Что мне нравится в «Молодежном»? По всему магазину зеркала во весь рост. Вот идешь, а тут везде красота. Классный, да? На осень, на зиму такой мягенький, такой тепленький. А еще юбочка. Пойдем, я померю, ты скажешь, как мне. Ну что, может быть, вдарим по классике? Представляешь, надеваешь такой костюм и все. Ты сильная независимая женщина. Хочешь такой быть? Тогда иди и примерь. О, мимимишка, какая классная. Между прочим, у меня недавно день рождения был. А ты мне ничего не подарила. Не хочешь мне сделать подарок? Ну что, хандра прошла. А я тебе о чем говорила. Стоит только зайти в «Молодежный». Все, как рукой снимет. Я умею завязывать галстуки, а ты умеешь? Ну, понятно, муж умеет, а ты? Нет? Сейчас научу. Тебе нравятся мужские рубашки? Ну, в смысле, мужу твоему нравятся рубашки, да? Какие больше предпочитает? Классические? А, приталенные, итальянские. Ой, можно подумать, ты разбираешься в мужской моде. Ну ладно, не обижайся. Я же любя. Иди сюда, смотри, какую красоту покажу. А? Хватит тебе промерять. Запонки. Не каждый мужчина умеет носить запонки. Зато если ты его видела, мужчину в запонках, это много о нем говорит. Ну, вот представь, в элегантном костюме, еще с такими аксессуарами. Ну и что, что у меня уже 10 шапок? Будет 11-я. Ну что, научилась? О, неплохо, молодец.